И всем привет, с вами, дорогие мои друзья, с вами мистер ДМ Про. Сегодня я буду снимать обзор игры Stickman Skate Battle. Поздравляю всех с Новым годом 2019. Напишите, как вы отметили свой год, что вы кушали, что вам подарили на Новый год. Ну, а мы приступаем к нашему видеоролику. Игра вот в правом верхнем углу. Заходим в неё. Называется она Stickman Skate Battle. Я в неё уже давно играю, решил сделать для вас обзор. Вот. А производитель GenWorks, они уже делают хорошие игры. Многие там про всякие... Ну, много игр делают, короче. Так, с вами. Такая музычка прикольная. Сейчас загружается. Игра можно играть... Просто тренировку, покупать разные себе трюки, разные скейты или соревноваться с другими игроками, то есть по онлайну. Вот. Игра загружается. Скоро уже загрузится. Вот. Не люблю то, что она так долго загружается. Все, ждем. Ну ладно, когда... Загрузится, тогда я начну ролик. Все, она загрузилась. Она загрузилась почти 5 минут. Не знаю почему. Раньше такого не было, но мы заходим. Значит, сейчас реклама. От производителей тоже. GenWorks. Но мы ее закрываем. И вот. Каждый день тут есть такая бесплатная рулетка. И тут можно получать деньги. Как видите, я 6 уровень. Вверху отображается. Ну, я почти выиграл. О, давай, давай. $1. $1 здесь довольно-таки это много. Ну ладно. Значит, бэк. Давайте, я начну с тренировки. Вот, у меня уже открылись все карты. У меня есть все карты, вот они. Например, есть вот такая карта. Давайте начнем с нее. Она загружается. Вот, тут происходит обзор этой самой карты. Нажимаем Continuous. Вот, можно менять свой скин. У меня их есть такой, такой, такой. И вот такие есть, это стандартные. Синий, давайте синий. А скейт я ставлю все самое. Значит, мы скатываемся в чуть-чуть горы. Управление здесь тоже довольно легкое. Вот, значит, здесь управление. Значит, ехать вправо, влево, назад, вперед. Это у нас в левом углу. А делать трюки в правом углу, в нижнем. Вот, например, мы нажимаем на Оли, это прыжок. И вот мы просто вводим наш такой кружочек. В те стороны, которые мы хотим сделать трюк. Сначала у вас будет только кикфлип. Вот, я его только что сделал. И будет инди. Вот, я его тоже сейчас сделал. То есть у вас будет 4 трюка. Ой, 2 трюка, извините. Вот, направо вот тут. И вы также играете с другими игроками по онлайну. И вот в правом верхнем углу накапливаются очки. И у вас там будет 30 или минута. Секунд, чтобы набрать сколько-то очков. Если вы набираете больше, значит вы выигрываете. Значит, вот такой был обзор. Ты делаешь вот эти трюки. Вот nose grab, например, вот tail grab. 180 кикфлип, только у меня не получилось, я упал. Инди, nose grab, опять упал. Pop show it. Вот он так вот делается. Кикфлип, кикфлип, сейвграб и стифи, ой, вот стифи, он делается вот так, вот так. Ну, вот такой кратенький обзор на эту игру, надеюсь, она вам понравится. Вот я сейчас сделаю стифи и сделаю двойной попшоит. Ну, набрал сразу 1000 очков. Ну, вот с вами был мистер Дэн Про. Всем пока!